Ребятушки, я Лазаревская, взял пивка, иду на пляж, ножки окунуть, мои там моются, дочка у нас поспит, я покушаю, поспит, отдохнет до вечера, вечером тут друзья подтянутся уже, одни приехали, вторые едут, так что увидимся, будем сядем, я пойду на море, вам покажу морюшку, окуну ножки в нем, ну ничего себе, не пахнет, такой нормально, ребята вообще, дочка вообще у нас такая молодец, вообще. Вообще обожаю. Перенеслась под конец, только начала там плакать, потому что мы ее к рукам приучили. Она любит как бы это. На руках лежать не шибко любит в кресле. Ну это мы сами виноваты. Пойду кафе посмотрю, ребят, свое любимое. Оно в прошлом году горело. Лазаревская вместе ее восстановили, вон гляжу. Народ гуляет, ребят, народу много. Про коронавирус тут, ребят, вообще не слышали ничего. Я у Кашковича. О, кафешка, видите, ребят, все восстановили. Ребятушки, кафешку восстановили с нуля. Я еще восстанавливаю. Бля, вообще, все сгорело, вообще все. Ну ничего, вечером или завтра идем сюда, сядем, посидим. Будем по дороге, все равно покажу все. А, ребята, идешь как дома. Вообще, все знакомое. Бля. Многих знаешь. Вообще шикарно, ребят. Бля, вот это мне нравится в отдыхе. Приезжаешь. Все знакомо. Вообще шикарно, ребят. Ребятушки, блин, меня подписчики встретили. Вообще, всем пивка, ребят, прикиньте, вообще ждали меня. Блин, спасибо огромное, вообще очень приятно. Вы ничего видео пойдете? Вот и не помогами. Ребята, сейчас пивка выпью, пойду домой. Ребятушки, я на море. Девчонок проводил своих, они накупались, загорались у меня. Мелкая что-то начала капризничать у нас. Два часа я хватило. Так, народу. Народу. Угу. Сняли шезлонг, ребят. На весь день. 400 рублей вышло. Два шезлонга, ребят. 400 рублей. Ну, я там договорился. И все. Вот здесь. Вот, мохито попили тут. Дочка у нас поспала на море. Он прямо тут на пляжу так шикарно все. Ох, сейчас вам покажу немножко тут. Что? Не знаю, я сейчас пойду гулять, поснимаю. Так, ребят, ну тут снимать, что на море, тут не знаешь. 300 рублей шезлонг стоит, ребят. Ну, договорился за 402. Ребят, я иду вам показать, вот наш проулок. Здесь, видите, Санта-Барбара, все, чики-пуки тут. А кушать можно. А вот наше жилье. Так, немножко покажу вам, ребят. Пошел домой, денежку взять на пивко. Сейчас вам телефончик покажу. Ребят, звоните, говорите, от Павла Васильевича. Может, небольшую скидочку получите. Ответьте, телефончик. Татьяна, скажите. Павел Васильевич порекомендовал. Ребят, ставьте паузу. Все рядом с морем, ребят. Так что, смотри, вот можем открыть. Опа. Оп. И все. Открыли. Так, нельзя это показывать, конечно. Все, так заходишь. А, прохладненько. Все. Постираться можно. Да, 100 рублей стирка стоит. Вон вещи постирают. Все, здесь у нас родственники живут. А вон там мы живем. С колясочками. Девчонки дома пришли. Опа, тут кухонька общая. Тут наша. Вот и так, ребят. Ребяшки, немножко вечернего Лазаревского. Видимо, тут музыка вся живая. Нарушение авторских прав. Тут можно потанцевать, поплясать. Кафешечка.
ребятушки решили раков поесть. Точнее, заказать их раков. Сейчас посмотрим у них. Вот в раковарню. Блять. После говорю, так же заказывали. Вечер добрый. Слушай, скажи, разница раков вареных и таких? Нет, разницы нет абсолютно. Вау, ребятушки, раки живые. А если здесь? Ребятушки, ну все, мы взяли мне ведерко, упаковали. Ладно, скажи, какой адрес твой? Где он? Лазарева 158. Лазарева 158. Ребята, раки самые вкусные. Второй год беру. Вот, не подсоедил. Все, давайте, удачи. Вот, все. О, ребятушки, рачки пришли. Вода кипит. Все, опа. С приправами, приправа, сказали в подарок. Вот, понятно, что она тогда в подарок за такие бабки. Опа. Рачки у нас варятся. О, вкуснотища сейчас будет. Да, ребятушки, такая у них участь. Мураков быть красными. Вкусные, даже потому что вкусный запах вообще капец. Ребятушки, всем привет. Иду на вокзал встречать Катю Сочи, подписчиков, там Свету Бутихину с мужьями. Пока прохожу автопарк «Москва Звезда». На улице жара капец, ребят. Ну что, мы же ехали на юг для этого. Ребятушки, приехал «Ласточка». Сейчас не знаю, с какого вагона она выйдет. Они с семьей должны ехать. Ты нифига еще выше, чем я думаю. Дай хоть на носочки подойду. Привет, привет. Привет, привет, привет. Ребятушки, Катя с Сочи, как вы знаете. Привет. Здравствуйте. Ребятушки, ну что, вот мы, долгожданная встреча. Давай, Катя. Ребят, кстати, у Кати канал новый. Я ссылочку брошу, ребят, не Инстаграм, а канал. Ссылочку поставлю, заходим, подписываемся. Что хоть за канал такой? Расскажи вкратце, быстренько. Ну вот канал называется «Катя Сочи», ребят. Буду снимать про Сочи, про людей, которые здесь отдыхают, которые сюда переехали. Вот, чем тут занимаются, значит, про жизнь и про судьбы людей. Ребят, ну и думаю, такая если красивая девушка будет снимать, вам будет интересно, ребят. Так что ссылочку я оставлю в описании. Подписывайтесь, а мы пивка пьем и ждем еще подписчиков. Тут у нас такая ворование контента идет, ребятушки. Катя с Павлом мне подарили. Вай. Вот, это сережки. Вай. Серебряные вот. Спасибо, спасибо огромное, как ребятушки. Подрастет, проколите вот. Все, конечно, проколим. Кать, спасибо огромное. Так, как он открывается. А, ребятушки, еще одних подписчиков встречаю. Света. Здравствуйте. С приездом как доехали, нормально? Да, хорошо. Ну, пойдемте. Ребятушки, мы вот сели. Столовки, ну, правда, тут хоть кондиционеров. Самое интересное, скидка 2 кубика. Как они сделают? И, короче, кидают, сколько выпало, сколько скидка. У меня выпало 10% скидки. Ребятушки, еще один подарок от подписчиков. Я фамилию сегодня не скажу сейчас. Ребятушки, немножко за это. Мученики. Маменьки, как привет передать? Да, надо, кстати, мамины привет. Ну, ты скажи, как? Людмила Николаевна, тебе привет, Павла Васильевича. Здоровья, счастья, всего-всего. И Тюменская. Ну, Света с Сергеем, спасибо огромное. Ребят, лишь бы не выпили мы, а то Серега так на нее посмотрел. Вдруг не хватит. Я спрячу сейчас ее, ребят. Производитель не я. Ну, у меня товарищ есть, дагестанец хороший. Он ее гонит. Катя. У тебя сколько стало подписчиков? У меня стало сейчас 103 подписчика. Ребят, просто так. Вот, и, значит, вот эта прекрасная Светлана стала у меня именно 103 подписчица, ребят. Давайте это запомним. Она да, подписчика, ребят, Павла Васильевича. Мы сейчас обмываем 100. Твои 100. 103 подписчика. Да. Вот, короче, ребятушки, мы сидим, выбиваем. Сидим, кайфуем. Серега, выбил? А она выбил, закусил. Ну все, мы отдыхаем, ребята, вообще охеренно. Всем привет, всем подписчикам. Катя Сочи, канал где? Катя Сочи, на Катю Сочи подписывайтесь. А где? В описании ссылка канала. Где? Паша, ради прикола. Света Бутиха, подписывайтесь на канал. Бутиха, все на канале. Подписывайтесь, у меня ровно 2 подписчика. Я уже третья. Как маме-то привет? Людмиле Николаевне привет. Людмиле Николаевне. Тебе привет. Еще раз. Сергей. Пусть зять передаст привет. Зять. Пускай шары мои станут хорошо.
Ребята, всегда, всегда берегите Павла Васильевича, всегда цените его. Он замечательный и самый крутой человек, которого я знаю. Бля, ребята, в жизни такого не слышал, как сегодня не услышал вообще. Капец. Пизди, мы тебе в прошлом году говорили. Не, ну, я ж про прошлый год не говорю, ребята, вообще очень приятно. Нет, Катя даже... вообще, дайте я скажу про Катю. Да. Катя вообще замечательный человек, подписывайтесь на ее канал. Катя Сочи вообще добродушная, простая, самая лучшая. Катя Сочи. Любить, любить. Ну да, мы выпиваем, кстати, все мы наравне. Все любим любить. Мы все наравне выпиваем, если что. Да. Мы все наравне выпиваем, и все Серега, нормально. Серега вот не пьет, а мы троем пьем. Сережа, скажите, пожалуйста, про мой канал тоже. Я его не смотрю. Во, молодец. Не, ну честно. Жизнь людей. Честно сказал. Пообщался с Катей. Но под столом маленько посмотрел. Погляди. Пообщался с Катей. Не смотрел канал. Ну, говори честно. Водку выпить хочу. Нет. Водку она не любит. Водку она не любит. Честно сказать, что взрослым к старшим людям относятся так же, как и я. С уважением. С уважением. Интересно, а где ты Ребят, это про старших, про меня говорят. Понял? Так что вот это капец. Дядя Паша, да, Павел Васильевич. Дядя Паша называл? Да. Пока не Зуле и Паша. Дядя Паша? Это не так? Дядя Паша, извините, пожалуйста, Паша. Но я к вам просто Паша обращаюсь. А почему у нас пустые бокалы? Наливаем. Ребятушки, пришел на море показать вам шторм. Смотрите. Ух. Ты отсюда можешь снимать? Конечно. Пойди до бреков на доплывение. Поснимаю. Да, ребята, море такое. Два дня обещают. Что происходит у нас на Победе. Там что-то вообще все встало. Хорошо, что мы хоть завтра домой, ребят. Все затопило. Победа стоит вон там вообще, если видите. Там вообще он все. Вот так вот, ребята, федеральная трасса затоплена, Лазарева. Ребятушки, собрались домой, спал, приехал Яшка Лазаревский. Ссылочка на его на каналчик оставлю. Так, столько не были здесь, не увиделись. Я позвонил, я спать уже лег. Так, что сделал у нас он? Никола! Ну ты чё? Блядь, я тут 10 дней, блядь, ребяточки, канал. Яшка Лазаревский, блядь. Как там Яшка? Здорово. Я ничего нормально, спать тебе в ночь. А ты знаешь, этот Николаевич тебе брендишь. Бля, Николаевич от души. Чтоб здоровья обязательно. Обязательно на стриме буду пить. Паша, как? Мне как с тобой не играть. Да, блин, ничего страшного, увидимся, что? Ну, у вас как? Сейчас раз земля про нашу останавливалась.
Ты же больше раз уебал, нормально. Все нормально? Все нормально, ты что так? Ты помолодел, что-то ебал. Ну, не бухал, не бухаешь, что ли? Так я бы завтра сегодня ехать, сейчас ехать. Я на машине, да. Еще да. С ребенком это пипец просто. Вообще капец. Мир хотел же на речке, чтобы Яша просто. Ну что, давайте это. Давай, Яшка как там? Да нормально, хотели побухать же с тобой, видишь, не вариант. Ладно, все, ребяточки. Яшка Лазаревский. Все, давайте, пока мы. Все, давай. Давай, Никола, все, спасибо. Ребяшки, канальчик Яшка Лазаревский. Ссылочку я оставлю в описании. Подписывайтесь, ребят. Канальчик вообще прикольный. Ну все, я пошел досыпать. Ночью сегодня будем выдвигаться, ребят. Толком не снимал. Ребят, ну как бы одно и то же снимать. Вы уже все знаете. Я тут отдыхал. Вы уже знаете. Что касается, ребята, отдыха с ребенком. Это отдых, ребят. Но это вообще другой отдых. Если мы привыкли с сынушкой до Вены ездить, сейчас нас трое было. Лишний раз там куда-то не выйдешь. Но мы отдохнули, ребят, дочь вообще молодец. Ну, сразу же говорю, ребят, без детей отдыхать это одно, без детьми это другое. Ну, все, ребят, а мы сейчас едем в другое. Сейчас мы еще вы заметили, что мы живем в другой гостинице. 5 дней прожили, потом соберемся, мы там все спят уже. Я вам звучит, какой сделал на еще этаже. Вид, там море. Потом покажу вид из окна, когда соберемся. Ну и дорогу включусь.